Так, сегодня на Шкотовке. Решил приехать сегодня сюда. Ну, люди ловят потихонечку. Вот. На донке хорошо, говорят, на червя. Так что закинул пока донку. Посмотрим, что будет. И настроила плавочка потеплее когда. Течение здесь достаточно сильное. Грузило 80 грамм. Вроде стоит 60, тянуло. Вот. Это получается самое устья уже на выходе. Вот там 500 метров и море. Подкармливает хлебом. То она в облавочку выловит. В облавочку пока тишина на обманке. Пока что. Смотри, поймал. На червя, ну пока еще. Вот, по-моему, четвертая. Достойненькая попалась. Такая приятная. Вроде сидит уже наконец. Не сошла. Ты кого когда на берегу будет, ну, тогда говори. Тогда говори, да? Вот сейчас вот говори. Ну вот теперь не сошла. Ну. Короче, как забросишь, чуть дальше не клюет, чуть ближе не клюет. Да это как будет. Ну вот столько сегодня народу на Шкотовке, в устьях. Кто на донке, кто на поплывки. Вот. Я пока что на доночку. А потом потеплеет, может, и пройдусь. Вот такой результат. 6 штук. Ну и несколько сходов. Так что черви закончились. Поеду домой. В следующий раз послезавтра приеду, еще раз попробую.